Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика, 5 класс. Автор Мерзляк. Задание 107. Отправивши в гости к Змею Горынычу, Баба-Яга пролетела на своей ступе 276 километров за 4 часа, а остальные 156 километров пролетела за 6 часов в сапогах-скороходах. Насколько скорость движения ступы больше, чем скорость движения сапог-скороходов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вычислить вначале скорость движение в ступе и скорость движения сапог-скороходов. Но для того, чтобы вычислить скорость, нам известно, что на ступе Баба-Яга пролетела 276 км за 4 часа. Тогда мы, если 276 разделим на 4, то мы и получим, сколько километров в час пролетала на ступе Баба-Яга, или, другими словами, скорость Бабы-Яги на ступе. Давайте выполним деление уголком. 276 поделим на 4. 2 на 4 не можем разделить. 27 делим на 4. Берем по 6. 6 у 4 – 24. Остаток 3. Сносим шестерку. 36 на 4 по 9. 9 на 4 – 36. Все, получили 0. Частное 69. 69. И это километров в час, и это скорость Бабы-Яги на ступе, или просто скорость ступы. Второе. Теперь узнаем скорость сапог-скороходов. Известно, что Баба-Яга в них пролетела 156 километров за 6 часов. Тогда, если мы разделим 156 на 6, то и узнаем эту скорость. Разделим. 1 на 6 не можем поделить. 15 на 6 берем по 2. 2 на 6 – 12. Вычитаем, получаем 3. Сносим шестерку. 36 на 6 – по 6. Берем 6 у 6 – 36. Деление окончено. Частное равно 26. И это 26 км в час. Это мы нашли скорость сапог-скороходов. Вот теперь мы можем ответить на вопрос задачи. Насколько скорость движения ступы больше, чем скорость движения сапог-скороходов? Скорость движения ступы 69 км в час, а сапог-скороходов 26. Значит, если мы вычтем, то вот мы и узнаем, насколько же скорость ступы больше. Вычтем 9 минус 6 – 3, 6 минус 2 – 4, получили 43 километра в час. И вот это и есть, насколько скорость ступы больше скорости сапог-скороходов. Ну и запишем ответ. Скорость ступы на 43 километра в час больше, чем скорость сапог-скороходов. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.